Медицинскими организациями республики продолжается налаженная работа по оказанию медицинской помощи, медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, а также членам их семей в приоритетном порядке. Согласно установленной маршрутизации, участник специальной военной операции по приезду домой может обратиться в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления, а также может позвонить по телефону 122, и также может обратиться в Центр поддержки и сопровождения Министерства здравоохранения по номеру телефона 319-285. Медицинская помощь оказывается во всех медицинских организациях под ведомственным Министерству здравоохранения. При этом медицинская помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, оказывается, еще раз повторяю, в приоритетном порядке. При этом, значит, оказывается, независимо от уровня оказания медицинской помощи, проводится диагностика, лечение и программа медицинской реабилитации. При этом, значит, это все проводится в условиях амбулаторных, в условиях дневного стационара, в условиях круглосуточного стационара. И хочется сказать, что в круглосуточных условиях помощь оказывается в республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, а также в Национальном центре медицины. При поступлении участников СВО, значит, обследуют и проводят программу, индивидуальную программу реабилитации. При этом программа эта многопрофильная, то есть участвуют все профили оказания медицинской помощи. Это начиная с травматолога ортопедической и заканчивая психолога психотерапевтической помощи. Хочу сказать, что также организована анонимная бесплатная наркологическая помощь. И при необходимости. И также вот, проводим медицинскую реабилитацию в рамках санаторно-курортного лечения в санатории Бесчегда. При этом для того, чтобы попасть в этот санаторий, необходимо будет через медицинскую организацию по прикреплению или по месту жительства получить пакет документов и через центр сопровождения отправить в санаторий Бесчегда. Ну, еще, конечно, хотелось бы сказать о том, что продолжается работа по поддержке наших раненых ребят, участников СВО в военных госпиталях, где работают наши гражданские медики. Эта работа налажена по заданию главы республики. На сегодняшний день, с прошлого года еще вот несколько выездов было, на сегодняшний день уже третий выезд. Работает бригада под руководством Светланы Николаевны Давыдовой в Ростовском областном военном госпитале. На сегодняшний день мы уже знаем, что очень хорошие отзывы от наших ребят, которые, ну, раненые ребята, да, им, конечно, приятно видеть свои родные лица, которые им мало того, что поддерживают вот чисто психологически, но еще и оказывают медицинскую помощь. Такая же работа налаживается уже вот сегодня ночью. Выехала бригада под руководством опытного организатора здравоохранения Софьи Лаврентьевны Александровой. Такая же работа вот будет проводиться в дальневосточном направлении, то есть в Хабаровске и во Владивостоке.